Мои прекрасные зрители, доброе утро из Закарпатья. Аделька тоже вам мысленно говорит доброе утро. Видите, она как на солнышке тут разлеглась. И, по-моему, она крепко спит, то что доброе утро вам явно Аделя не скажет. А у нас тут движуха. Сейчас выйду, покажу. Вот, видите, что происходит. С утра заехали к нам рабочие, привезли вот эту бетономешалку, груду щебня. И будет сегодня у нас наконец-то сделана отмостка позади дома. Погодка, смотрите, какая замечательная. Но все-таки уже по-осеннему воздух такой, знаете, прохладный. Такой прозрачный и прохладный. Отмостку будем делать вот там. Заходим, смотрим. Вот тут, где мой палисадник. Просили показать, что я тут насадила в прошлую весну и как это все выглядит. Выглядит плачевно. Вот когда сделаю этот мостку, тогда уже покажу вам окончательно. Пока что вот так. На месте, где сажала гортензию, вылез лаконос почему-то. Ах ты ж гадость такая, надо же, и вылез прямо из этого кружочка моего, из камушков. Но как же ж ты, гад, хорош с этими своими ягодами. Отмостка позади дома будет вот такая вот, от дома до забора. Обещают за сегодня и закончить. Вот они уже натаскали сюда и отсев, и песок в эту сторону. Быстро работает, может, и закончит. Арматура, все как положено. И видите, какой у нас здесь аппарат появился. Это не наш, к сожалению. Это наши строители на таком ездят. Хотя я бы тоже не отказалась. Правда, классный такой аппаратиус. Ну и еще один тоже аппарат. В общем, работа кипит. Юра доделывает фильтр. Вот здесь такой хитрый инструмент. Я такого даже ни разу не видела. Мне даже пришлось немножечко ему помочь и подержать его в руках. Этот страшный паяльник для труб. Юрка ржет, оглядывается на меня. Я держала его в руках. Да-да-да. Был у нас фильм такой в молодости, над которым мы вечно смеялись над этой фразой. Я держала его в руках. Ну, а я поставила вариться овощную рагу. У меня здесь синий перец и кабачки. Ну и лучок, естественно, с морковкой туда поджарила. Ой, какая красивая мозаика разноцветная получилась. Представляете, тут я вспомнила, что уже 11. А кофе-то я еще не пила. Вот это да. Такое вообще, по-моему, никогда еще не случалось. И тут я вспомнила свою одесскую привычку и пошла побродить по своим угодьям с чашечкой кофе, как я любила это делать дома. Погодка разыгралась, отличная такая. Земля такая мягкая, просохла после дождей. Уже пора бы сажать, а мы так еще и не съездили виноградов. Хотели сегодня, но тут внезапно напала стройка. Ай, красиво как. Хорошо. Как хорошо воздух. Ай.
Да, земля такая мягкая, проваливается под ногами. Наше единственное дерево уже облетает. Орешки на нем сыпятся, и они мелкие-мелкие. Или это сорт такой, или просто дерево такое заброшенное, неухоженное. Ой, солнышко здесь прям так реально припекает. Уже даже загорать можно. Насколько вчера было холодно. Я тут кофеёк попиваю. Да, вчера было просто реально холодно. Я аж испугалась. Думаю, ну что это такое, так погода испортилась. А сегодня отлично. Вот хочется уже копаться. Хочется в земле покопаться немножко. Но сначала надо закончить самые необходимые работы по дому. Ну что ж, раз у меня таких особых дел на данный момент нет, то я решила просто расположиться удобно в спальне, зайти на сайт iHerb и заказать себе что-то на текущий осенне-зимний сезон из уходовой косметики и, наверное, что-то из витаминов, типа для суставов надо что-то себе, для кожи, в общем. Посмотрим. Тем более у них сейчас вот буквально последние дни скидки 28% в честь дня рождения сайта. Буквально скидка будет, по-моему, до 3 числа всего. Так что я все собиралась, собиралась и наконец-то нашла себе, выделила для этого немножко времени. Юр, что, тоже перекур? Передых, кофе тайм. Ну вот, смотрите, 4 часа дня, и все, все убрано, все готово. Можно заглянуть и посмотреть, что же там в нашем палисаднике получилось в итоге. О, прилично. Очень даже прилично. Ну что, оставим автограф? Ну, как-то так. Пусть будет. Юра съездила на новую почту, мы получили агроволокно и розы. Розы пришли первые, представляете? Будем сажать сейчас и расстилать агроволокно. Это вот маленький кусочек, я очень плотного заказала на пробу. И есть еще вот такой 100-метровый рулон. Ну вот, солнце ушло за гору, клонится к закату. Еще один наш день в Закарпатье. Сегодня будет без вечерней прогулки, потому что мы несколько часов провозились вот на этом пятачке. Я еще поубирала некоторые корни, повыкапывала, укрепили здесь полоску агроткани, подготовили на завтра, чтобы все это закрывать. Я привела вот в порядок кусты пионов, которые у меня здесь нарисовались, целые 6 штук, представляете? Хотела же здесь гортензии, но пересаживать 6 взрослых кустов пионов мне совсем не хочется. Поэтому буду как-то гортензии размещать между ними. Вы сильно волновались. Полить нельзя, а то оштрафуют. Вот со всех сторон дымом тянет. И ничего страшного. Надо завтра пойти орехи пособирать под деревом. Вроде такие мелкие, но, может быть, и будет с них какой-то толк. А пока что всем пока, до свидания, до завтра. Ну а на сегодня это уже все. Да.